Ямал, Югра и Тюменская область продлили действие программы сотрудничества до 2035 года. Документ включает в себя 11 направлений – строительство дорог, экологические, культурные и социальные проекты, организацию детского отдыха, переселение. В 2022 году благодаря программе в Тюмень переехали 689 ямальских семей. В следующем году 20 лет, как программа эффективно работает для жителей наших всех регионов, более 4 миллионов человек. И это самое разное направление. Для северян ключевое значение имеет программа переселения из районов Крайнего Севера, вопросами дополнительной медицинской поддержки. Это все там учтено. И каждый год мы увеличиваем как количество людей, которые пользуются этой поддержкой, так и новые мероприятия. В Муравленко в прошлом году по программе сотрудничества жителям вручили 25 сертификатов. С начала текущего года муравленковцы получили 10 документов. 5 из них уже реализованы. В управлении муниципального имущества сегодня продолжается заявочная кампания на 2024 год. С 1 января по 1 июля стартовала заявочная кампания по федеральной программе по переселению из районов Крайнего Севера и программе сотрудничества. Граждане, желающие переселиться в 2024 году, могут обратиться с заявлением на участие в заявочной кампании. Также в начале года в программе сотрудничества произошли изменения. Они затронули среднюю рыночную стоимость квадратного метра, которую используют для расчета выплаты. Изменилась стоимость квадратного метра, которая по Российской Федерации используется. Составила она 91 249 рублей. То есть, соответственно, это положительным образом сказалось на размере выплаты. Она станет больше для каждой семьи, кто будет принимать участие.